Здравия желаю. Господин гвардии, старший лейтенант Аброев. Здорово, дружище. Как дела? Взвод, привал. Взвод, привал. Нормально, Саня. Нормально. Здравия желаю, гвардии, господин. Здорово. Пойдем, слушай, карту сегодня. Значит так, мы двигаемся к квадрату А и выводим из строя центр связи, предполагаем нашего противника. А вы двигаетесь к квадрату Б и отвлекайте врага на себя. Далее по разработанному плану вы двигаетесь к квадрату А. Там мы вас будем ждать. Понял. И объединенными силами мы захватываем противника. Все ясно, лейтенант? Так точно, старший лейтенант. Сержант, я готов взвод. Есть. Хорошо, что мы работаем в одной команде. А то я все еще думаю, что было бы со мной, если бы тогда ты не оказался рядом вовремя. Ты про тот случай, что ли? Нехорошо гонять в краску младшего по званию, господин старший лейтенант Абруев. Давай, готовься. Я даже в душ не могу нормально сходить. Не знаю, он обещал, что будет рядом, что будет все по-другому. А его нет. Я не знаю, что делать больше. Я просто хочу все бросить и уехать. Дурочка, что за глупости ты говоришь? Мы все через это прошли. Это период такой. Ты ж сама за него замуж пошла. Кто ж тебя не заставлял? Я знаю, я все это сама знаю, понимаю. Просто не могу, мне сил больше нету. Не могу больше. Даже мама мне говорила, что не стоит за него замуж ходить, что я еще намучаюсь, набегаюсь по этим степям. Я никого не слушалась. Я больше не могу. Послушай, ты должна быть сильной, чтобы сохранить свой очаг. А я тебе скажу, как человек военный, что если ты дашь ему почувствовать, что он тебе нужен, все сделай, чтобы вернуться к тебе живым. И все у вас будет хорошо. Ты же жена военного, в конце концов. Ну что ты так раскисаешь? Я знаю. Спасибо, девочки. Хорошо, что вы у меня есть. Путь домой начинается с первого шага. Thank you.
и неплохо работает головой. Пока мы тут будем шагать, затратив столько времени, сколько и предполагает противник, может применить тактические действия и укрепить позиции для атаки. А мы не будем терять ни минуты. И зайдем с другой стороны. Понятно? Вот и хорошо. Как дела твои? Хорошо, как у тебя? Я рад тебя видеть. Ага. Слушай, молодец. Продукты возьми. Молодец. Как ты, у вас все спокойно? Да. Да вот, завод ремонтирую, а то овцы разбегаются. Ага. Из-за это. Послал. Чайком напоишь? Конечно, проходись. Спасибо. Айда, чай да дай. Ну как у тебя здесь? Все хорошо, Саша. Все хорошо. Спасибо тебе. Саша, что ты приезжаешь? Я так рад тебя видеть. Взаимно, взаимно. Кстати, Ваня, как у тебя? Учения начались. Учения? Да, я что заехал? Да-да. Касым, хотел спросить, а ты почему на связь не выходишь? Саша, я выхожу, скот пасу. Батарейки иногда садятся. Ну, не разбирайся в этой рации. Прости меня, пожалуйста, я тебе обязательно буду сообщать. Сейчас у меня учения начались. Ага. Стрельбы, сам понимаешь. Да-да. Ответственность большая. Я тебя очень прошу, не забывай. Нет, нет, нет. Хорошо? Да, конечно, конечно. Ну, вообще, как? Как скот? Вообще хорошо. В этом году большой приплод ожидается. Очень много. Вот, Айдана. Рахметхус. Какая большая стала. Да. Красавица. Спасибо. В колледж собирается поступать. Хорошее дело. Я один скоро останусь. Ну, отец? Отец пишет? Мурат. Звание получил. Собирается приехать, нет? Обещал в этом году обязательно приехать. Ну, значит, увидимся. Вот ждем. Ну, у вас-то как?
Да все хорошо. А вообще, чужие кто заходил, нет? Как здесь, спокойно? Саша, заходят, конечно. Ну, в основном, народ добрый. Меня никто не обижает. Слава Всевышнему. Подозрительных никого? Нет. Сам знаешь, простор. Угу. Я тебя очень прошу, не забывай. Не-не, Саш, я сказал, все. Хорошо. Вот. Что ты, Саш? Пора. Ехать надо. Ну, хорошо. Пойдем, я тебя провожу. Покушаю. Да все, нет, сейчас готовы. Ехать надо. Ехать надо. Жаль. Саш, до свидания. До свидания. С удовольствием, но ехать надо. Не забудь про разговор. Выигранное время сыграет нам на пользу. Так, взвод, соблюдаем дистанцию, тишину. За мной, по одному, по одному шагу, марш. Олесь, да. Остаешься старшим. Привал.